Здравствуйте всем. Тема сегодняшнего прямого эфира – это ношение религиозной атрибутики в Республике Казахстан. С обретением независимости в Республике Казахстан в условиях утраты прежних идеологических ориентиров и под влиянием глобализации, а также внешних и внутренних факторов, у казахстанцев значительно возрос интерес к религии. И среди внешних показателей религиозности доминирующее место занимает феномен ношения хиджаба. В казахском народе сформировалась своя собственная национальная одежда, имеющая многовековую историю. На протяжении веков национальная казахская одежда отличалась своей простотой и рациональностью. Казахский народ вел кочевой образ жизни, поэтому девушки были вольны при выборе одежды. Казахские девушки носили такья, на макушку пришивали укэ. Это служило своим оберегом. Хиджаб не является традиционной одеждой казахской женщины. На первый взгляд кимешек шлауш напоминает хиджаб. Но если же провести аналогию с иными народами Средней Азии, то в казахской культуре незамужние девушки не покрывали голову и не закрывали лицо. Как правило, они носили такья или бурек и другие головные уборы, но волосы держали открытыми в большинстве случаев. Платки являлись признаком замужней женщины. Казахские девушки зачастую демонстрировали свои волосы, украшая их разнообразными головными уборами. В понимании казахского народа девушка – символ красоты. Государственная политика в сфере религии направлена в первую очередь на сохранение свободы вероисповедания и волеизъявления в рамках Конституции и иных законодательных актов. Однако, будучи светским государством в целях соблюдения национальной и духовной стабильности в обществе, Казахстан устанавливает рамки выражения свободы вероисповедания. В соответствии с государственной политикой, религиозная деятельность, в том числе право свободного выражения религиозной принадлежности, может быть ограничено в государственных органах и вооруженных силах, судебных правоохранительных органов и, конечно же, в организациях образования, за исключением духовных организаций. Необходимо отметить, что в организациях образования подобное ограничение права свободного выражения религиозной принадлежности прописано в законе Республики Казахстан об образовании от 27 июля 2007 года. Родители и иные законные представители обязаны выполнять правила, определенные уставом соблюдения школьной формы. И также 13 ноября 2015 года для конкретизации вопроса в статью 5 закона в качестве полномочий уполномоченного органа в области образования внесены разработка и утверждение требования к обязательной школьной форме. Кроме того, в статье 49 четко указано, что родители и иные законные представители обязаны обеспечивать посещение детьми уроков в учебном заведении, выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме, установленную органом в области образования, соблюдать форму одежды. Таким образом, требования к школьной форме в сфере образования предъявляются уже как минимум 10 лет. В целях четкого и ясного определения данных правил Министерство образования и науки, объединив и систематизировав в один документ, выдвинуло их в качестве требования. Так были разработаны требования к обязательной школьной форме в средних учебных заведениях, утвержденные приказом Министерства образования и науки от 14 января 2016 года. Согласно требованиям к единой школьной форме в средних общеобразовательных учреждениях, запрещается носить любую религиозную атрибутику в связи с светским характером обучения. Это означает, что никап, хиджаб, бурка, паранджа, сикхские тюрбаны, иудейские шапочки, кипы и другая атрибутика запрещена. Позиция государственных органов в лице Министерства образования и науки
Комитета по делам религии, Министерства по делам религии, едино сводится к тому, что ношение хиджаба и любой другой религиозной атрибутики в школах не допускается. Согласно требованиям, школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения. Фасон, цвет школьной формы выдерживается в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смещения не более 3 цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается. В предлагаемых поправках говорится, что школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный костюм или кардиган на пуговицах или замке, и также классическая блузка. А зимний период — это трикотажный жилет, сарафан, водолазка. Брюки для девочек могут быть только свободного кроя. На школьной форме допускается размещение отличительных знаков. Это могут быть логотипы или эмблемы школы, нашивки или шифроны. Выбор цвета школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом. Совет школы, попечительный совет, родительский совет и утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. Согласно правилам, школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, юбку и классическую блузку. Требования о соблюдении установленной формы одежды соответствуют светскому, отвечающему равноправию принципу государственного устройства страны. Указанные нормы законодательства являются едиными для представителей всех конфессий и этносов. Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер. И, конечно же, благодаря своевременной разъяснительной работе со стороны представителей уполномоченных в сфере религии государственных структур, в настоящее время в общественном мнении можно отметить, что есть тенденция спокойствия и умеренности и взаимопонимания относительно соблюдения школьной формы. Согласно статье 22 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на свободу совести. При этом в этой же статье также указано, что осуществление права на свободу совести не должно ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством. Также хочу отметить, что Конституция определяет основные правовые принципы. В пункте 7 статьи 3 Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях, подготовленного на основе Конституции, предусмотрено, что никто по мотивам своих религиозных убеждений не имеет права отказываться от исполнения обязанностей. Поэтому установленные законом Республики Казахстан об образовании требования к школьной форме не нарушают свободу совести. Наоборот, предполагают их рассмотрение гораздо шире с открытой гражданской позиции. Таким образом, на сегодняшний день созданы все необходимые условия, законодательные нормы, регулирующие вопрос ношения хиджаба. Запрет на ношение хиджаба в стенах школы введен исключительно в целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения. За пределами школ по данному вопросу не